Обманутых дольщиков в Иванове может стать больше. Прокуратура Ленинского района проверила материалы уголовного дела, связанного со строительством жилого микрорайона «Гринвиль-парк». В начале года застройщик предоставил в мэрию поддельные документы, чтобы ввести жилой дом в эксплуатацию. Подлог вскрылся. Теперь же прокуратура обнаружила нарушение в расследовании дела, а именно в действиях дознавателя, который затягивал судопроизводство. В настоящее время уголовное дело находится в производстве отдела дознания МВД России по Ленинскому району города Иванов. Окончательное решение по результатам расследования не принято. Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.